Мы это копируем и делаем вот так. А, да, кстати, мы рисуем во флипоклипе. Дальше. Мы проводим вот такие палочки. Это у нас часть глаза. Это у нас другие палочки. Вот. Так у нас получается два глазика. Так они смотрят вот так. Да. Теперь мы рисуем глаза. Ну, зрачки, короче, рисуем, да. Вот. Теперь мы рисуем брови. Вот. Теперь нос. Вот он такой обычно. Такой нос красивый. Теперь мы рисуем ротик и язычок при желании. Теперь мы нарисуем уши. Берем вот так. И вот так такие треугольники. Вот. Теперь мы рисуем туловище. Вот. И вот так вот. Теперь мы рисуем руки. Это, кстати, вот на плечах шерсть такая. Вот. Теперь вот так и вот так. Вот. И лапу рисуем вот так. Так вот. Вот так. Теперь мы сделаем вот так. Вот. А, кстати, усы забыла добавить. Вот. Усы. Вот. Сейчас, ой, кстати, да, тут нужно кое-что подправить, вот. Теперь нужно это закрасить, я это тоже покажу, как. Берем и красим, например, в серый цвет. Теперь мы берем черный цвет, красим глаза, вот. Теперь розовый. Вот розовый, язычок тоже розовый. Теперь мы нанесем тень. Тень, она всегда черная. Для этого нужно создать слой и сделать вот так. Это тень. Так, в аниме, кстати, еще рисую, да. Сейчас. Вот. Здесь такая вот тень. И здесь тоже тень. Ну, вы поняли. Вот, короче, вот так наносим тени. Это правильно, мне так объясняли в художке. Я туда хожу уже 2 года. Да, вот так. Такой код, кстати, если вы хотите сделать такой ЧСВ взгляд, вот, сделайте вот так. Вот. Вот такой туториал. Всех люблю. Вот. Всем пока, пожалуйста, не плагиатите.